Партнер проекта «Правила денег» – сеть салонов «Золотая черепаха». Днем и ночью сияем для вас. Добрый день. Госдума приняла закон, который упрощает процедуру взыскания долгов и, как предполагается, в перспективе позволит банкам отказаться от услуг коллекторов. Эксперты российской газеты поясняют, что теперь банку не обязательно затевать долгие судебные разбирательства с провинившимися заемщиками и передавать задолженность на взыскание коллекторским агентствам. Если в кредитном договоре есть условия о возможности внесудебного порядка взыскания, банковский служащий может обратиться к нотариусу за исполнительной надписью, и этого будет достаточно, чтобы передать документы судебным приставам. Положительной стороной этого способа эксперты российской газеты называют тот факт, что нотариус делает исполнительную надпись на обращение взыскания только в части основного долга, процентов по нему и тарифа на саму исполнительную надпись. Но при этом не учитываются ни штрафы за просрочку, ни пени, ни иные дополнительные обременения. Воспользоваться процедурой могут и обычные граждане. Если вы кому-то дали в долг и удостоверили это у нотариуса, то в случае невозврата денег можно снова обратиться к нотариусу. Тот, проверив факты, сделает соответствующую исполнительную надпись. И документ можно будет сразу передать судебным приставам. Это правило денег.